я вам говорил, чтобы добраться до каких-то нормальных, так сказать, лесов, надо через всякую ерунду пройти. Да, ну, це наши люди тут зробили здоровенный смітник. Да, так что не всегда все хорошо происходит. Ну и помчались, да, и помчались. Ну, с каждым днем трава все выше и выше, да, ну ж, вы же понимаете, что дожди поливают, естественно, ж и трава, что она робит, она же растет, да. Ну и есть где насекомым ховаться. Це у нас тут критичная точка, мы тут останавливаемся, я их обрабатываю, ну то есть я прыскаю их, и дальше мы идем. Да, ну и вот еще коллектив подтягивается, да, так что вот так, да, сейчас обработаемся и будем дальше маршировать.